Здравствуйте! Сегодня я покажу, как приготовить соус кетчуп. В кастрюлю с толстым дном переложу протертые томаты. Разбавлю водой до консистенции томатного сока. Добавлю нарезанный лук, чеснок, гвоздику, душистый и черный перец. Перемешаю. Массу доведу до кипения и на умеренном огне проварю, помешивая, пока соус не загустеет. Примерно 20-25 минут. Добавлю лимонный сок, щепотку корицы, соль и сахар. Проварю, помешивая 2-3 минуты. Кетчуп протру и сложу в стерилизованную банку. Ингредиенты и нюансы приготовления вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, комментируйте. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».